Лидер чемпионата Ульяновска по мини-футболу выбирает МЧС против команды УМЗ. Это заглавный матч 8-го игрового дня среди клубов Суперлиги. Недели раньше оранжевые камни на камне не оставили на смене, разгромив ее 10-2. А заводчане неожиданно нанесли поражение ПСК со счетом 2-1. Именно этот успех поднял шанс УМЗ на положительный результат в игре против лидера. Они обыграли ПСК в том туре, а мы ПСК проиграли. Так что мы настраивались как на очень сильного соперника. Вот. Ну и игра получилась тяжелой. Вату не катаем, сразу пошли. Свою игру играем. Не ругаемся, подсказываем друг другу. Вы же поднимаетесь, активно играете. Единственное, опять, не проиграйте борьбу. В первом тайме УМЗ действительно не проиграл борьбу Мобирейту, а в некоторых компонентах даже превзошел его. Прежде всего, в создании голевых моментов. Однако лидер турнирной таблицы свои ворота сохранил в неприкосновенности. Иногда вратаря Дмитрия Дегашова страховала штанга. Но зачастую сами игроки УМЗ грешили в завершающей стадии своих атак. Порой казалось, что проще забить гол, нежели не попасть в ворота. Справедливости ради стоит сказать, что и Мобирейт был близок к тому, чтобы открыть счет. Мяч после удара Виктора Злыдарева попал в стойку. А в остальных моментах УМЗ выручил голкипер Вадим Новичков. В итоге после первого тайма довольно редкий для мини-футбола 0-0. Для нас не редкость. Мы долго раскачиваемся. Периодически с «Динамо» тоже был. Первый тайм у нас 0-0. Потом во втором тайме добавляем обороты и забиваем. И потом команда уже начинает владеть мячом, как обычно в нашем стиле. После перерыва нули на табло продержались еще почти 10 минут. Некоторым зрителям порой казалось, что в этом матче защита превзойдет нападение. Но многие понимали, игра идет до первого забитого гола. Кто станет его автором, тот, скорее всего, и выиграет. Мы сегодня играли очень хорошо. Как раз игра с ПСК дала уверенность нашей команде. Вот сегодня реализация моментов подвела нас, на самом деле. А игра была хорошая. Два достойных соперника встречались. Успокоились быстрее. В одно, в два касания. Слева направо переводим. Ждет зонки открытые, чтобы были. Сумбур очень много. Квадратные глаза вообще у всех. Не можем два паса точно отдать мы. Первым на гол сподобился Мобирейт. Результативная атака включила в себя два паса. Юрий Абдулхаков ввел мяч из-за боковой линии на Андрея Злыдарева. Затем последовала передача на Виктора Злыдарева, который с разворота и вклатил мяч в сетку. Этот гол словно раскрепостил лидера, и мячи ворота МЗ посыпались один за другим. Вот быструю контратаку завершил Юрий Абдулхаков. Вместе с партнерами он радовался так, будто уже прозвучал финальный свисток. Но игра еще не закончилась, и Абдулхаков через несколько минут оформил дубль. Следом отличился Сергей Савичев. Партнеры просили от него передачу, но опытный футболист сделал все в одиночку, что придало голу особый шарм. За 3 минуты до финального свистка УМЗ заменил голкипера на 6-го полевого, что сделало ворота команды беззащитными. Их-то за 5 секунд до финальной сирены и поразил Вячеслав Прибылов. А его Мобирейт одержал уверенную победу 5-1. Я думаю, что маленько потели физически, потому что темп игры был очень высокий. Ну и плюс не забиваем свои моменты. Ну, не скажу, что 100%, но парочку моментов было. Могли вырвать игру так же, как это сделал Мобирейт. Такую же уверенную победу в 8-м туре одержал и Симбирск. 6-1 над Платоном. В битве аутсайдеров смена обошлась без гола одного из лучших бомбардиров сезона Александра Костенко, но все равно выиграла у Штальберга 2-1. Но самая громкая сенсация грянула в матче юниора и Кристалла. В самом конце первого тайма кристаллические, идущие в чемпионате в группе лидеров, получили удаление Алексея Самсонова, а во второй половине рассыпались и уступили 0-3. Завершится 8-й тур 18 декабря, когда сыграют «Контактор» и ПСК. Но как бы ни завершился этот поединок, никто не сможет подвинуть Мобирейт с первого места. Команда играющего тренера Андрея Злыдарева лидирует с большим отрывом 7 очков. Зато борьба за 2 других места призовой тройки очень жаркая. На них реально претендует уже 7 команд. В их числе и действующий чемпион Симбирск, который одержал 4-ю победу подряд. Заключительный тур первого круга пройдет через неделю, 22 декабря. Исходя из результатов 8-го игрового дня, интересным представляется встреча юниора и ПСК. Но статус главного матча все же принадлежит битве Мобирейта и Контактора. Ведь это команды, которые на данный момент расположились на самом верху турнирной таблицы. И пусть между ними пропасть 7 очков, возможно, что для Контактора это будет последний шанс эту самую пропасть несколько сократить и остаться в чемпионской гонке. Подробнее о ней ровно через неделю на нашем портале.